Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова и мой канал «Заработок в интернете». Сегодня у меня новинка, новый проект, называется «Ависо». Ну, это букс, одним словом. Значит, «Ависо» – это незаменимый помощник по продвижению бизнеса в интернете. Далее все здесь прочтете. Я уже зачитывать здесь все ничего не буду. Значит, здесь вот смотрите, слева техподдержка есть. Если что, можно обратиться. По поводу регистрации. Регистрация сама по себе очень простая. Но вам на почту придет письмо, чтобы активировать свою учетную запись. И там же будет пароль для входа. С этим понятно, так? Пароль будет на почте. Нажмете на ссылочку, чтобы активировать свою учетную запись. Ну и там далее по схеме. Значит, ну что у нас здесь? Главное, новости, выплаты. Вот видите, тут таблица. Ну и здесь вот платежная система. Так, платит. Значит, топ 100, Гудрев. Так, просмотр рекламы, помощь, акции, чат. Это все сами посмотрите. Далее что? Как я сказала, это букс. Мы здесь будем зарабатывать. Значит, на серфинге сайтов. Очень много серфинга. Как мы видим. Я одну рекламку уже просмотрела. Чтение писем. Задания выполнять. Прохождение тестов. YouTube, ВКонтакте. Ну и конкурсы. Бонусы и все такое. Далее. Здесь еще можно рекламировать свои проекты рекламодателю. И я посмотрела, здесь рекламка очень даже нормальная, дешевая. 5 копеек всего. За один просмотр 5 копеек 20 секунд. Значит, здесь безлимитная реклама. Нет, да. А, ну, насколько нет. И дни. Так, далее название ссылки, описание ссылки, реферальная ссылочка, время просмотра. Сами уже тут кто что хочет устанавливать, и естественно там будет уже. А так, если по шаблону 5 копеек, стоимость одного просмотра. Далее что? Ну, здесь управление своей рекламой. Значит, здесь рефсистема, рекламные материалы. Значит, что у нас здесь? Ваша партнерская ссылочка. Ссылочка на баннер. Ну, еще на баннер. И тоже партнерская ссылочка. Так. И что? Реферала нету, так как я только что зарегистрировалась. Так. Ну, и ну, массовая рассылка и все такое. Далее. Личный кабинет. Есть карьера. Тоже все это прочтете. Таблица, это все сами уже. Так, статистика. Вот я одну рекламку просмотрела. Далее, профиль. Значит, как бы тоже здесь профиль, статистика. Так, в профиле я указала. Нет, я в настройках указывала. Далее, мои сообщения, мои друзья, настройки. Вот в настройках я указала имя, пол, аватарку поставила, ну и дату рождения. Ну, все такое. Сами уже посмотрим. А, и здесь нужно прописать, тут прочтете, и кошелечки. Для добавления или замены кошелька вам нужно запросить пин-код на e-mail. Пин-код действителен в течение часа. Так. А здесь привязать соцсети. YouTube, ВКонтакте. Ну и пароли изменить. Далее. История операций. Вот. Ну что, и заметка. В принципе, все такое рассказала. Работать будем. У меня нет сомнений в том, что он не будет платить. Потому что такие проекты, как правило, они все платежные. Кому интересно, присоединяемся. Будем зарабатывать. Собираю денежку на вывод.
естественно, буду делать видеообзор. Так, давайте-ка выплаты посмотрим. Ага, вот здесь вывод, скорее всего, от рубля. Видите, рубль 41 кто-то вывел. Нет. Ну и платежек очень много. Кому интересно, присоединяемся. На этом все. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.